Деловая на каток собралась опять. А с кем ты собралась? Я боюсь. Чего ты боишься? Я не хочу, чтобы она умерла. Ну, так снимаем маникюрчик красивый. Ты дышишь еще? А ты не все съел, Макс? Давай, дай. Ешь, садись, ешь. Полина мне листочки принесла. Домой. Осенние, желтенькие. Ты зубки чистила? Да. Да, молодец. Всем привет, доброе утро. Собираемся в школу. Ксюша уже ушла, у нее сегодня рано. Маргуша с Карлиной сейчас поедут на автобусе в школу. Гулять пойдем? Пойдем гулять? Я ее с собой сейчас беру. Гулять. Обуваемся. Одеваемся. Автобус на подходе, Каролин. А кто гулять идет? Вон ботинки. Я знаю, что холодно на улице, но я же тебя тепло одеваю. Курточку, шапочку. Не будет тебе тепло. Где тепло будет? Перчатки хочешь? А где твои перчатки? Твои перчатки. Ничего страшного. Давайте, выходим. Дверь закрывай, Макс, она сама не закроется. Туман на улице, туман. Без куртки она пошла. Ну, а у нее курточка такая тоненькая. Не теплая. Быстро. Это еще цветочки, это еще не холодно. Вот снег будет, вот тогда будет холодно. Все, проводили деток. Идем домой. Я вернулась домой, сейчас сижу, монтирую видео. И сегодня мне еще нужно бабушке ногти сделать. Уже нужно делать реставрацию. Ко мне пришел клиент. Снимаем маникюрчик красивый. Сделаем новый. Ну, мы сейчас, наверное, скорее всего, только снимем покрытие. Если я успею, сверху гелем покрою, и все. А красить цветом уже будем потом. Все, мы закончили. Пока только так, без цвета. Потом цвет сделаем вечером. Да? Укрепили. Потом сейчас выбираем, какой цвет. Хочет красный, скорее всего. Ксюша вернулась. Привет, Ксюша. Привет. Как дела? Хорошо. Бабушки ногти делала, кушать не успела приготовить, поэтому сейчас быстренько тесто слоеное беру и буду делать улиточек. Это слоеное тесто. Слоеное тесто. Не так тонко режут, что она прям вся склеивается. Колбаса. Сушу я косточки от вчерашней тыквы, помыла их, сейчас они высохнут, и я там в духовке поджарю. Я читаю ее комментарии и понимаю, что не всем, оказывается, нравится, что снимаю на телефон. Но, в общем, я буду вперемешку, знаете, и в телефоне можно, в принципе, настроить это. У меня стоял почти на максимуме, я немножечко его вот так вот, чтобы не так сильно было размыто, я вот здесь вот так вот поставлю. Ну, в общем, я на телефон не всегда, конечно, буду снимать. Он очень хорошо снимает на улице, если мы куда-то будем ездить, где-то гулять. И на 100%, конечно, я заменю камеру на телефон, но периодически буду менять для разнообразия. Нет. Она глухая. Я один раз, она спала в этом домике, я домик поднимаю. Не надо. Я домик поднимаю, а она спит. Мама, я боюсь. Чего ты боишься? Что она умрет. Ну, она дышит. Она покушала, по-моему, что у нее такие щеки толстые. Что она дышит.
Я боюсь. Чего ты боишься? Я не хочу, чтобы она умерла. Ну, у всех... Всем приходит конец, Маргарита. Вечного ничего не бывает. Она такая милашка. Вот он выползает. Думает, что там вот у него, он хорошо слышит. Он сразу, как только тут кто-то начинает говорить, что-то делать, все, он сразу выползает. Видишь, она спит, ничего не слышит. Маленькая девочка. Она. Наша. Во сколько ты поедешь? Я в пол... Ой. А папа приедет только в 4 домой? Да. Или в 4:30? Я там еще буду полчаса. Угу. Деловая на каток собралась опять. А с кем ты собралась? А знаете, с кем? Хватит. Ну ладно, все. Ну, с другом, понятно, с другом. Я так и хотела сказать. Я так хотела сказать просто друг. Подруг. Я так и хотела сказать просто друг. Сейчас хочу ответить на ваш вопрос, который вы пишете под каждым видео. Почему Маргарита и Ксюша не снимают на канал Сестрички Лайф? Почему Маргарита на своем канале не снимает? Я уже отвечала на этот вопрос. Маргарита сейчас такой этап. У нее переходный возраст. Ей 13 лет. Каждый по-разному проживает эти моменты. Вот она именно так. У нее очень часто меняется настроение. Она очень часто ходит грустная, злая, раздраженная. Ее все бесит, ее все бесят. Она сама не может понять, что, почему вот так вот она себя чувствует в таком настроении, какой может быть YouTube, и вообще, как бы, по-моему, желание точно не будет снимать что-то. Поэтому сейчас она не снимает ничего, у нее нет никаких идей, у нее нет желания, у нее нет вдохновления. Я надеюсь, скоро это все пройдет, она вернется. Пока вот так. Она пока не хочет, она не может. Вот. Ксюша одна тоже не будет снимать. У Ксюши тоже есть свой канал игровой. И сейчас ей тяжело снимать, потому что компьютер она перенесла в зал, где всегда шумно, где всегда телевизор работает, где кто-то что-то делает, ходит там, разговаривает, шумит. Раньше у нее компьютер в комнате стоял. Она спокойно снимала, она играла, тишина, спокойствие, ей никто не мешает. Сейчас компьютер стоит вот здесь вот, прямо в самом центре всех событий. И, конечно, это очень неудобно. Тишины у нас дома практически здесь, вот именно в гостиной, не бывает. Здесь постоянно кто-то кричит, бегает, прыгает. Вот они причины, почему девочки не снимают. Вы заметили, что Маргариты почти нет во влогах. Она либо сидит в комнате, либо она в школе, либо она на улице. Все, как бы больше она нигде не появляется, значит, она не хочет. Если у нее хорошее настроение, она выходит, она с нами общается. Она веселится, смеется. Если нет, она сидит в комнате. Я никого не заставляю, не принуждаю сниматься во влогах. Вот. Что снимаю, то снимаю. Когда Маргоша хочет, она появляется. Вот. Если не хочет, я как бы не буду за ней ходить и ее насильно снимать. Пирожок кушаешь? Да. Народу много было? Сначала да. Там много детей маленьких. С родителями катались? Это он взрос. Понятно. Вот лапша, я же приготовила, будешь? Нет? Ну, кушай. Что, шевелишься? Шевелится. Ребята, у нас хомячок умирает. Смотрите, она уже все. Она еще дышит, но дышит очень-очень слабо. Видите, как она лежит. И у нее полные щечки еды. Она не может, видимо, даже вытащить. Сил нет, видите, смотрите. Она уже не шевелится. Она дышит еще. Маленькая. Положи ее вот так вот. Маленькая. Прожила свое. Жалко, очень жалко. Угу. И тут спала. Сейчас мы ее взяли, вон там она лежала, не двигалась. Но она дышит вообще прям. Вот если так посмотреть сейчас. Вот она вздохнула один раз. Вот еще раз. Вот еще раз. Ну, тяжело она дышит.
мы так этого боялись. No, 13 años tiene con 3 meses. Это должно было случиться. 35 años tiene con un año. Маленько, она даже не моргает. Зачем она себе полные щеки напихала? Ты дышишь еще? Ну, мне кажется, уже последние вздохи делает. Она не дышит уже. Все, что ли? Все? Че? Посмотреть, как она дышит или нет. Все, она не дышит. Она долго прожила, Ксюша. Да мне недолго. Но она же умерла не потому, что болела, а потому что закончилась ее жизнь. Почему? Нужно куда-то положить и завтра закопаем. Коробочку надо какую-то. Есть у тебя коробочка? Нету. Не, просто сейчас ее положить, чтобы завтра это. Или когда ты придешь со школы. Да, Марья. Ну. Все. Ну, это Марья Далее. Ну, респира. Она не живая, нет, она не шевелится, она не живая. Все, она улетела на облачко. Летела на небо. Там со всеми хомячками будет играть. До завтра пусть она там полежит. А что, если будет вонять? Нет, она не будет вонять так быстро. Нет, за один... Что, если живики придут? Нет, Ксюша. Нет, Ксюш, за такое время ничего не случится. Если мы закопаем, тоже ее съедят. Ну, если закопаем, то да, это нормально. Пусть она ночку полежит там, а завтра мы ее... Вот у нас осталось. Вот. Остался отпечаток. Это мы сделали 2020, а это 2021. Угу. Вот остался на память отпечаток. Но тут отпечаток не так хорошо видно. Ну вот видно, вот тут и вот и вот тут. Вот это задние, да, лапки? Угу. У нас сегодня подружка Каролины ночует. Так что они будут спать на диване. А ты давай к себе на кровать, Макс. Здесь девочки будут спать. Пошли на свою кроватку. Что ты делаешь? Это ищешь? Тут ключик был. Зачем? Нет, для только. Без ключика нельзя открыть? Ты уроки сделала? Ты тоже попробуй голову помыть шампунь. Чё? Я говорю, попробуй помыть голову шампунь с солью. Хорошо. Вот сейчас Ксюша помыла, у нее такие волосы стали какие-то это... Не запутываются вообще. Да? Без бальзама мыла, просто шампунь и соль добавила. И какая у нее волосы стали. Пушистые. Вообще не запутывались. Обычно же, когда помоешь, начинаешь расчесывать, они такие запутанные все. Рикусик, ты теперь один. Завтра мы тебе клеточку переделаем, поменяем все опилки. Да, и будет у тебя большая клетка. Будешь хозяин в этом доме. Оставим только вот эти вот мисочки убрать. Не зачем ему две миски. Да, будешь один теперь. Зубы чистить. Макс, завтра садик. Выключай телефон. Во сколько завтра? Рано, да? У меня рано, у меня у нет. Тебя нет. Все, спать. Все, пока. Спокойной ночи. Так, теперь мне нужно этих козявочек как-то уложить. Макс! Пошли. 9:20 уже. Пошли, быстро. Решила поискать информацию про хомячков. И джунгарский хомячок 1-2 года живет. И у нас как раз... Кики прожила 2.5 года, потому что ее подарили Ксюше, когда Ксюше было 9 лет. Она прожила дальше, больше нормы прожила. А сирийский хомячок 2-3 года живет. Наш Рики. Вот сирийский хомячок, наш Рики, 2-3 года. В общем, Кики прожила даже больше нормы. Она прожила 2.5 года. Все уже спят, завтра посмотрим, куда мы пойдем. Хоронить. Может быть, сходим в лес.
Тут рядышком от нас есть лес. Будем отдыхать. Всем пока. До завтра.